Привет всем, с вами я, Данила Громов, окей, D104X, и у меня маленький трабл произошел, потому что не было видеороликов несколько дней. Но это поправимо, в ближайшее время будет больше видеороликов, как минимум я постараюсь их сделать. Сегодня у нас вторая серия по футбольному клубу Пульс. Сегодня я вам покажу нашу купленную форму, свои новые бутсы и мячик, которым мы будем тренироваться. А спонсором команды Пульс является канал Хикара Орландо. Когда-нибудь и на его канале мы, возможно, увидим футбольный клуб. Однако сейчас никакой проблемы нет, потому что на его канале можно увидеть различные челленджи, которые будут радовать глаз. А если ты увидишь призы, которые Хикара разыгрывает в своих видеороликах, то обязательно будешь завидовать каждому участнику этого канала. В общем, ссылка в описании, ну а ты знаешь, что с этим делать. Одно из условий участия на футбольном турнире является футбольная форма, которая должна быть у всех одинаковая. Это была, честно говоря, тяжелая ситуация для нас, потому что нам нужно было купить хорошую, но дешевую форму, в которой нам было бы удобно играть. Сначала нам был предложен вот такой вариант, он стоил 900 рублей, но 900 рублей что-то нам стало жадно, честно говоря, и мы нашли вариант за 720 рублей, причем, как по мне, даже получше, чем прошлый. Тысяча извинений, но Бруно хочет быть участником нашей команды, поэтому эта собака будет сниматься вместе со мной. Какой умилительный кадр, согласитесь. Владелец Пульса и собака. Форму мы купили, уже все хорошо, она у меня сзади тут лежит, но есть одно но, о котором я не могу сказать, и я вот владелец, я администратор, получается, на меня все это возлагается, и есть одна проблема. Я буду играть в форме XXL. Чтобы вы понимали, мой изначальный размер это M-ка, и я сейчас вот буду мерить впервые XXL, я даже не буду, вообще не представляю, как я буду выглядеть. Я буду, наверное... Какашка какая-то выглядит. Ну что, давайте начинать анбоксинг. Брунь, извини, но мне нужно открывать не паки в этот раз, а всего лишь форму. Так, я взял эту форму, и я могу гарантировать, что она другая. Ту, которую мне презентовали изначально, она была слегка другая, но я не скажу, что это хуже. Но проблема в том, что это XXL. Я, честно говоря, не представляю, что сейчас будет, как я ее буду мерить, как она на мне будет сидеть. Ох, какой тут чехольчик, необычно. Если бы такое было на Адике, я был бы только за. Так, давайте доставать. Я, честно говоря, в магазине даже подумал, что там шорт нету, хотя мне говорили, что они будут. Но вроде бы все есть. Я уже вижу, какая она огромная. Блин, сейчас три меня на нее сядет. Три меня, вы посмотрите. Это только ее маленькая часть. Давайте изначально скажем, форма серьезно красивая, она неплохая. Но то, какая она большая, блин, пипец. Я боюсь, что я сейчас в ней утону. Ну и шортики у нас тоже больше черного основного цвета, с желтыми полосками. Можно сказать, Adidas, только не оригинальный. Кинешемский рынок говорит нам спасибо за спонсорство. Знаете, я еще такое подумал, ну футболка, ладно, я буду в ней тонуть, но я хотя бы в ней буду играть. А я сейчас подумал, как я буду в шортах XXL играть. Я вообще не шарю. Хотя так-то у меня ноги широкие, может быть, будет нормально. Давайте хотя бы посмотрим по размерам. Слушай, а по размерам-то они вообще идеальны. Они тянутся просто очень хорошо, но огромные. Будем играть в баскетбольной форме. Жесть, просто пипец. Ой, блин, давайте мерить футболочку. Вот она какая, вы посмотрите. Ну, слушайте, кстати, может, не такая и большая. Давайте посмотрим. Так, давайте смотрим. Плечи, конечно, тут слегка не подходят. Слегка большой размер. Я думал, что будет хуже, честно говоря. Нет, в такой я вот так вот как-нибудь ее сожму. Может, она еще после стирки сожмется и будет более-менее. Может быть, она кому-нибудь даже, кстати, будет лучше, чем мне. Но давайте так скажем. Я думал, будет все хуже. Форма выглядит ярко, красиво. Вроде бы у большинства команд такого цвета формы нет. Так, граждане. Слушайте, а я не так плох, как я думал. Дебилизм, честно, дебилизм. Ну, форма прикольная, я не скажу, что она плохая. Мне в кайф, я прям... Я думал, что будет в разы хуже. Нет, в такой я буду играть и выглядеть чуть-чуть нелепо, но не максимально. Давайте я вам покажусь в полный рост. Там, конечно, камера будет слегка хуже, но зато вы увидите, какой я. Ну, как-то вот так вот я выгляжу. Если ее расправить, конечно, наверное, будет поадекватнее смотреться. Я уж так XXL свой скрывал. Но серьезно, если она сядет, то, в принципе, вообще будет огонь. Блин, ну все-таки да, она большая. Все-таки большая. Баб, как тебе форма? Это моя XXL. Нормально. Я думал, будет хуже. Нет, нормально, хорошо.
Ну да, с условием того, что у меня плечи большие, конечно, меня как-то это вытягивает. Да. Если бы плечи были бы не такие большие, было бы все. Да, было бы все хуже. А тут это же не свободное, это да, нормально. Да, шорты-то вообще прям, мне кажется, нормально, хоть они и такие большие. Вот. Да и цвет красивый, по форме цвет красота. Очень красивый. Да, можно будет в будущем еще и номера набить, будет вообще четко. С формой мы определились, вроде бы смотрится неплохо, потом еще постараюсь как-нибудь вам получше ее показать. Ну и у меня еще есть новенькие бутсы, 42 размер, хотя у меня 42,5. Опять же, давайте говорить так, смотрятся они неплохо. Как долго они проживут, сказать, честно говоря, сложно, но мне нужно, чтобы они додержались до конца марта, потому что дальше уже, скорее всего, будет плюс-минус летний сезон начинаться, а на тот момент у меня есть уже офигенные кроссы. Единственная проблема, они очень плохо сгибаются, и я не знаю, это так должно быть или наоборот. Просто когда я обычно приходил в магазин, многие продавцы такие, ну, ботинки хорошие, а что значит то, что они сгибаются, не сгибаются, я не понимал. Мне бы лучше, чтобы они сгибались, потому что я привык уже в таких играть, а здесь подошва очень плотная. Посмотрим, пойдет это на плюс или на минус. Давайте примерим. Можно сказать, вы сейчас смотрите моими глазами. Как-то вот так вот я буду выглядеть. Давайте посмотрим из зеркала. Если смотреть в зеркало, то вы увидите Бруню. Здравствуйте, госпожа. Ну и я вот как-то вот так вот выгляжу. Не знаю, будет ли круто все. Я, честно говоря, рассчитываю только на свои способности футболиста и надеюсь, что они у меня достаточно хорошие. Бруни не очень нравится форма и бутсы, походу. Ну, хорошо. Ладно, давайте завершать этот видеоролик. Так, я забыл, мы же еще мячик купили для тренировок. Мы с ребятами играем на неделе. И вот, наверное, перед матчами тоже, возможно, этим мячом будем тренироваться. Выглядит он вот так вот. Мячик Торрес Футзал Про. Бесшовные шипы. Блин, я забыл, как это говорится. Не Adidas. Все, что я могу вам сказать. Больше я ничего не знаю про другие марки мячей. Я знаю, что в Adidas я разбираюсь хорошо. Здесь мячик хороший. Мне сказали, должен быть нормальный. Поэтому посмотрим. Надеюсь, нам его надолго хватит. Потому что, опять же, все на меня склонили. И вот здесь какой-то моментик. Но вроде все хорошо. Что говорить по новостям? У нас уже завтра первый матч. А послезавтра уже второй матч. Поэтому в ближайшее время ожидайте много контента. Мы постараемся как можно быстрее выкладывать матчи, но это будет опять же зависеть от ваших лайков и от ваших комментариев, от ваших просмотров, от всего, от всей активности, которую вы делаете. Ну а на этом все. Надеюсь, я еще успею вас познакомить с нашей командой. Вообще надеюсь, что турнир будет для нас хоть чуть-чуть удачный, и я смогу себя там показать. Ну а на этом все. В комментариях пишите ваш оценку нашей форме, потому что это наша первая форма, и надеюсь, что в дальнейшем будет только лучше. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!